Ну что, открытие пивоварни откладывается. Приходил эксперт по пожарной безопасности, сделал экспертный выснавок. Вот, экспертный выснавок противопожарного стану объекта. Где и написал мне 17 пунктов предупреждений. First blood. Хотя у меня есть огнетушители, у меня есть противопожарная железная дверь, у меня есть пожарная сигнализация. Покажи вам пожарную сигнализацию. Кучу всякой хрени накупил, все сделал вроде. И 17 пунктов. Капец. Еще надо противопожарные двери докупать. Производственные помещения отделять от коридора, вестибюлей. Еще надо перепады высот, там ступеньки есть. Вот ступеньки не надо, надо сделать пандусами. Надо электрические фонарики сделать над выходами со словом «выход», которые загораются при отключении электроэнергии. Надо покрасить корпуса вентиляции противопожарной краской. Вот мы сейчас сидим, там у нас красит, блин, чумные просто, воняет, я не знаю, какой хрени туда налили, блин. Ацетона с растворителем еще, наверное, какой-то дряни еще нахерячили, что просто мы здесь сидим, угораем. Пошли, покажу, что он там красит. Вот так у нас проводят огнезащиту наших вентиляционных коробов. Специальной краской. А как же действует эта краска? Чё в ней огнезащитного-то? Поджарить ее, она станет шубой, да? Ну да. Ну, новое слово в декоре можно делать, да? Можно. Я понял. Она такая и как шуба и есть, да? Какая-то шершавая. Да. Понятненько. Весело становится, да? Сейчас мы еще все здесь посидим. Запах такой прикольный. А потом отошел. Будем проверять на прочность. Как она вспучивается. Ну прет хорошо. Капец. Вентиляция не справляется. Вот такой вот окраской нас обкрашивают. Стоит она как маленький вертолет. Например. Вот. Что еще? Не проведена очистка вентиляционных каналов. Блин, ну мне делали вентиляционные каналы новые, врезали в старые, блин, и сделали очистку. Почему он решил, что у меня не проведена очистка вентиляционных каналов, ума не приложу. Помещение не обеспечено знаками безопасности. По каким-то ГОСТам, ДСТУ, ICO, ИДТ, блин, просто капец. Это каждое помещение надо рассчитать, что оно с собой представляет по противопожарной безопасности, и все двери расписать, граффити, что какое-то помещение, какого класса пожаробезопасности. Регламент технологического процесса расписать. Помещение не вызначено класс пожаробезопасной и взрывобезопасной
обычным регламентом, технологическим регламентом не установлен срок удаления отходов производства. Ладно, это мы напишем. Не разработан график планово-предупредительных ремонтов. Приказом по предприятию не назначен ответственный, ну так как я работаю здесь, блин, один и изучал пожарную безопасность. Помните, да, учился? Пойду учиться на пожарника. Вот здание МЧС, пожарной. Тут обучают правилам пожарной безопасности на предприятиях. А так как у нас на предприятии нету ответственного за пожарную безопасность, то должен быть я. А для того, чтобы назначить сам себя ответственным за пожарную безопасность, я должен получить корочку. Поэтому мне надо пройти курсы. Вот. Ну, естественно, назначу сам себя ответственным по пожарной безопасности. Назначим. Ну, это такие бумажные, конечно, это сделаем. Но вот эти вот добавочные просто еще тысяч на 15 влетели с пожарными дверями, с покраской вентиляции. Короче, капец. Для каждого помещения объекта не разработаны и не утверждены начальником объекта инструкции про пожарную безопасность. Надо организовать проведение инструктажей по пожарной безопасности. Блин, ну если я учился по пожарной безопасности, у меня есть корочка по пожарной безопасности, я сам себя должен инструктировать по пожарной безопасности, сам расписываться, что я у себя проинструктировал по пожарной безопасности, инструктаж принял, инструктаж сдал, так что ли? Просто не понимаю. Наемных работников как бы у меня нету. Ну, когда будут наемные работники, да, я им как бы сделаю график этот и первичный, там, вторичный, целевой инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности. Ну, блин, маленькая микропивоварня. Я ему говорю, вы меня стараетесь все время подвести под какие-то мегапредприятия с огромным количеством людей. Надо учитывать это. Тоже все вот эти знаки над каждой там розеткой, там 220, везде стрелки и планы эвакуации людей. Говорит, а если люди, то пожары, люди не будут знать. Какие люди? Я прекрасно знаю, где выход, блин. Нет, надо планы эвакуации утвержденные со стрелками, куда бежать. Ну, нашлепал в каждой комнате, нахерячил план эвакуации. Вон. А? План эвакуации. Чтоб я здесь сам не заблудился. Накупил всяких табличек самоклеющихся. Эвакуационный выход. Над каждой розеткой 220. Спички не зажигать. На 1500. Ну и 17-й пункт, блин, очень мне понравился. Не установлен указатель пожарного гидранта на улице. Заставил меня искать пожарный гидрант. Я вам рассказывал. 200 метров от меня собственность водоканала городского. Хрен знает где. Я заказывал, договор составлял с базой МЧС. Заплатил там 600 гривен. Они выезжали машиной. Вставили этот гидрант, проверили, все, бумажка есть, что гидрант рабочий на улице. Нахрен он мне нужен. Все хорошо. Думал, проблема решена, бумажка есть, пожарный гидрант есть. Не установлен знак пожарного гидранта
на улице, хрен знает где, ко мне отношения, блин, не имеющего. Пойду устанавливать знак пожарного гидранта на улицу. Может мне вообще по всей улице, а что по всей улице, по всему городу нашему пройдусь и поустанавливаю знаки пожарных гидрантов. Ну а что, это не дело. А вдруг здесь что-то случится, а надо будет пожарный гидрант найти. Короче, вот такая вот вакханалия. Заказали противопожарные двери. Еще недели через две их сделают. Покрасили этот долбанный короб. Короче, уже больше месяца оборудование простаивает. Работать нельзя, потому что нету аттестации, нету лицензии. А лицензию и аттестацию не пройти без экспертного вот этого вот выставка. Только после того, как придет этот чувак и снова посмотрит, все ли я сделал, подпишет, что да, нормально, все 17 пунктов, короче, сделаны. Тогда только тогда подаем на аттестацию в метрологию, и она там в течение тоже там 10 дней приходит, смотрит, тоже, наверное, какую-нибудь хрень найдет, что-то не так будет, блин. Короче, я не знаю, когда открыться, где уже эти деньги доставать, вкидывать. Дали бы, блин, уже, ну, хоть работать, хоть бы запуститься дали, чтобы немножко прибыль пошла. Я же не против, блин, устранять эти все недостатки долбанные, блин. Ну, с какой-то прибыли хотя бы, чтобы я вкладывал. Нет, не дают работать, не дают зарабатывать денег, а давай, 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 давай.